Россия, вы вообще знаете, что это такое? Потому что на днях я сделала видеоролик, где показала electrical vehicle charging stations. Вот, например, вот она. Видите, она отличается. Я показала. Так вот, кстати, по-моему, похоже на мою. Я сделала видеоролик. И сделала конкретно ролик про населенный пункт. Не Нью-Йорк, не Вашингтон. Какой-то неизвестный, какой-то малый, непонятно. 4000 населения. Ну, представляете, что это какая-то капелька. Капелька. И в этом населенном пункте стоят эти электрические зарядки. Ксения, я сейчас на территории газоправки, которая находится в городе, где живет 4000 населения. Газоправка. Сейчас покажу газоправку. Вот газоправка. У вас такая есть? Ну вот я говорю, у вас такая есть. Что я получаю в комментариях? Да, у нас везде такое стоит. Где? Россияне, где? Назовите, где? Назовите, где? Я назвала не город с миллионник, не город, не центр какого-то там, не знаю, штат. Это 4000 населения. Я даже не знаю, как называется этот город. Это какая-то маленькая-маленькая такая вот, как бы, не знаю, село или как. Назовите мне в своих комментариях название какого-то пункта населенного в России, где живет 4000 населения и стоят электрические заправки. Все.